Я 4 раза закрывал лаунчер, чтоб ты качал. На эликс не бузи. Будь это, умри как нормальный шип. Чем могу помочь? Он тебе тоже написал, да? Я чувствую, первый не я умру, первый сова умрет. Жужик. Кто получит, что поделать? Совы не умирают, ты чё? Да, сейчас совы будут рвать. Они жестко улетают в лучший мир. Я же говорю, был вагоном, теперь станет топовым вагоном. Котик, ты... Даркес, у меня же есть талант на игру, я себе линковал его. Я в нём сейчас скажу. Это... гения... этот... гифку кидал. Там стоит две совы, вылезает третья. Не упал казан. Чисто как шимки. А чё, мы без Гена и Алара не убьем, что ли? Там, в принципе, это все знают, просто там надо чуть-чуть поанонсить. Ну, не хочет никто анонсить. Лоруса нету, который мог это сделать. Не, ну а чё, чё там анонсить? Вот смотри. Дел топовый анонсил, да, перья. Ну, просто, типа, раздать контроль, отпустить там моба. По сути, хуйня, но я на второй фазе этого не увижу. Нужно видеть хп рейда и, исходя из этого, уже давать команды. Хочешь попробовать, Бабл? Да легко там, там не сложно. Смотришь на категорию, где вот эти стаки и все. Спали это стаки. Это я знаю. Что мы сегодня бить будем? Так интересно, нет. Все говорят легко, не сложно. А когда Вага просил поанонсить, все молчали. Ну потому что я могу, но я, блядь, бью, я не контролю. Надо тому, кто контролит, типа локом, совом. Кто там еще? ДПС, пофигу тут, я так понимаю, у нас ДПС, за глаза мы в 24 тела убиваем. Там можно одному просто стоять и смотреть, и все, и командовать. Элбрил, как мы выяснили, надо убивать обязательно в 24, а то когда у нас ДПС много, мы вайпаем. У нас тайминги смещаются, и все просто по своей старой привычке не могут. Ну типа, нам либо надо больше выдавать, либо меньше. Войд. Там чего? Настолько легко, что ты на прошлом КД, блядь, рейд положил. Что привело тебя сюда? Не помнишь этого? Да нет. Ты помнишь про те ноу-мапа? Да, помню. Теперь 23 мегабайта показывает, надо закачать. Быстро грузится. Вока обычку мы когда пойдем? Сразу после этого, наверное. Я не думаю, что мы в ЗС-ку полетим после этого. Очень вероятно. А что такое Ага вдруг? А там еще и Ресхэм может быть. А что будет на самом деле, никто не знает. Да ты завязывай, нам Мока проще. Вышел, зашел. Зачем куда-то лететь еще далеко? Принести и все. А потом неделю отправить. Да, мы вот прошлую неделю так хорошо потроили, а само время. Знакомый сам этот отписал, я поэтому и... Сегодня убьем, завтра Гевка придет, Талар закроем, если хочет анонсить. А чё там мне, в каком спеке захожу, загрузился? ДЦ. ДЦ. Чё, шкаф поставьте. Неликс, умирай первым. Чё ты это, встань в стороночке там где-нибудь. Ну чё, куда идём-то? На робота. Блять, потный босс. Для хилов, да. Сережа, что за реакция? Ну, что за реакция, потный? У меня просто рука больная. У меня она не выдерживает такого напряга. У меня ее клинит просто в хм. Я к концу боя просто-напросто уже пальцы не чувствую. Вот на Ларе столько хилить не приходится, сколько на Румыть.
Так ты ногу доставай на стол уже и пяткой. Да, я под кисть подкладываю валик и с тряпки скатываю, тебя... тогда более-менее. Педали нету, что ли, хиловской? Нет, нету педалей. Блин, вот черт. Тут такая педалька сразу в 25 таргетов, да, кидает? Ну, топовая вообще штука. Чё-то я не так, вкуриваю. А еще губы закаточная машинка рядышком и все, само то. Такая, можно вообще? Да, потом в элитре вылазит и захиливает. Да-да-да. Мы народ, Кават, заходите. Ой, блядь. Парада, заходите в игру. Кават, заходи. Кават, алоэ. Тоже заходи. Алоэ, да, у нас? Кена мне написал, у него на этой неделе пятница, суббота, воскресенье свободно. Че, в ХП забиваемся, да? Да, 150. Сейчас скину тогда. Вот, видишь, пока там Элбрю полетит еще. Трафут качнул. Ну, эту... Инжу я качнул уже, у кожевки 150. Качается, это не в счет. Сейчас камни перекину. Нихуя она недорогая на самом деле. Ни хрена там не 15 тысяч. Вопрос на засыпку. 10к. В каком случае лапа друида дает 54, а в каком 75? Резиста. Если талант не вкачан. Так, у кого не вкачан талант? Давай посмотрим. Какой это талант должен быть? Ну-ка, Моса, дай-ка лапу. То, что у тебя показывается 54, она всегда показывается 54. Не-не-не-не-не, там вопрос в другом. Показывается, но это показывается. Качан. Вопрос в резисте. Это в исцелении, посмотри, исцеление первое. Вот сейчас кто лапу лучший дал? Лучший знак дикой природы. Я все это знаю, не надо. Вот сейчас кто дал лапу? И он у всех вкачан, по идее, да? Да, у всех. Да не отображается он. Да подожди, это не про то. Вот сейчас любой я друида вот сейчас была. У меня есть друид. У меня сейчас была лапа, которую бафнули в рейде. Но когда я из рейда вышел, Далара не побегал, и почему-то она стала давать 54. Такое может быть. Ну, типа, она не отменялась, у меня ничего. Ну, у меня тоже 54 висит сейчас. В резисте именно посмотри. Берем сопроту из банка. 75, ну, видимо, надо да. Стоять около совы. Да, предпоследний, да? Ничей. А, нет, с той самой, где по единичке сопротов лежит. Ё-моё, как они исчезают быстро. На боссе у нас все то же самое. Кават, Алоэ, Войт, Монорог. Редвар слева, я справа. По хилам все думаю, так понятно. Бафы отправляем. В смысле, я слева. Теперь в танке? Конечно. Подождите, что у меня с хиллботом? Ну что, Войт, сколько сопрота? 200. И маловато. Ну да. У меня сейчас 390. Питоном, кольцо Они и запястье зачаренное. Там запястье, монород. Ну смотри, если у тебя 200, у меня 390, это 190 разница. Да я пошутил, у меня не 200. А я не пошутил. У меня Вуду что-то заглючил еще. Что за хрень? Кольцо Они. У меня цели показывают это... Почему цели не могу отключить? 30 сопрота. Такое себе. Он дает столько же стамин, как и обычное танковское кольцо. Нет, ты чё там, соки-то нет. Элдер, скажи, как будешь готов. Блин, кто подскажет? Я вижу цели, кто у кого смотрит между группами, между своими Вуду. Где ее выключить, да? Мне надо Вуду запускать. Так не скажу. У тебя, Монород, пистона нет.
частоты там и так далее. Эти пистол надо. Сагро. Кстати, Нерик, хочешь я тебе бдилку свою кину с голоды? Редвар, приятного аппетита. А мне как бы есть человек, который кидает постоянно здесь. То есть мага кидает лапку по танкам. Серег, тебе это сильно мешает? Я вижу всех, кто кого в таргет берет. Я понимаю, тебе сильно мешает? А, занимает. Получается не 25 панелей, а 50 панелей буду видеть. Удобненько. Сейчас я зайду посмотрю. Так, по-моему, каски нету на шамана. Нет такой еще. Не по-моему, а точно. Браво. Зато кулак есть. Кулак. Кулак это топ. Сейчас с учетом, что будет. У нас нету энхов, но кулак надо дать. Это леща дать боссу, нормально. Поставлю по всем кастерам каски. Вообще без кулака это комплексы, поэтому бафы все должны быть правильно. Сколько у тебя народ там? 290 ты говоришь? Комплекс неполноценного эр-шамана, да? Да-да-да. Именно. Блин, жесть. А у тебя еще этот есть. Блять. Тебе надо этот, как он называется, пистон. Сколько сейчас саппорт дает? 75. Салхим. 95. 5 нормально, с пистоном 445. Что у тебя так много? С проком имею в виду. А, ну с проком 465. Ой, 460. Так, я игру свернула, как начнете, скажите. У тебя сколько, 345 сейчас? Да, сейчас выпью, будет 345. Вот только мне сейчас агро будет тяжелей набирать. Думаю, символ на сальво тебе не актуален, наверное, сейчас. Все там актуально. Ну что там, бабл? Чем мы ждем? Не вижу, че. Жуноян, слышишь, со старта будешь жми. На что? А в общем, посмотри, у тебя галочки стоят там вообще какие-то. Вага, а ты видел, что теперь роли в гильдии можно очень объект, удобно? Размеры, все нормально, полосы. Ничего такого, заголовки. Общее, где общее? Самая первая вкладка, общее, общее. Общее, группами и ID объекта только у меня выделено, и якорь. Все. Понимаешь, я вижу, кто кого в таргет берет. Это я понимаю. Где это выключить? Я никогда этим не пользовался, не включал. Там, где цели, у меня никаких галочек. Оно на русском у тебя или не на русском? На русском все у меня. А где панели? Цели? А где панели общие? Че у тебя там стоит? Панели общие. Сейчас еще на эту проверю. 390, да, у тебя говоришь, Кават? 360 я кольцо снял. А там... Получается сколько? Ну, блокшитаун плюс хп даст мне больше, чем это кольцо нос. Тут даже походу такая тема, что скорее всего даже не саппорт будет топовый на этого босса, а фласка на хп. Ну, с учетом последнего нерфа, думаю, возможно. Даже... А, стой, стой, я Серега нашел. Панели и цели. Посмотри, у тебя галочка стоит. Цель, цель. Нет никаких. Нету никаких. Справа, галочек. Слева. А что вы делаете? Ты зашел панель. Справа, слева меняешь, ничего не меняется. У меня
Перезайди, попробуй. Цель это, чтобы брать в таргет, менять это, кого ты тыкаешь, чтобы он у тебя в отображении. Ты какой-то аддон это поставил? Это не то. Да Вухдо. Я ничего не ставил. Вухдо там. Дай попробую перезагрузиться. И что там Вухдо? Там цель. Хрен выдает. Я вижу 5 групп по 5 человек наших. И каждого игрока я вижу цель, кого он в таргет берется. Сделай демонстрацию экрана, хочу быстрее. А у тебя X-Prel стоит, нет? X-Prel стоит у тебя? Тише. Серега. Он отошел, походу. Перезагружается. А да это не отошел, я печатаю пароль. У тебя X-Prel стоит? Стоит. Выключи. У меня в левом углу. Выключи X-Prel. Боссовый аддон, удали его нахер. Почему? X-Prel охуенный аддон на фреймы, ты чё? Ну на фреймы охуенный, но если есть фуду, то X-Prel нахуй не нужен. Нужен, мне в чем проблема его? Седьмую, восьмую просто группу, шестую, кто там есть вообще. Вот, там же можно его настраивать, можно вообще все, что да, все, что не нужно, отключить. Что они наделали вообще с этими обновлениями? У меня и графика изменилась. У меня аддоны тоже там некоторые не то что поломались, но некорректно работают. А ты модификации там делал? Старый аддон на галочке ставил? Раньше стоял, а сейчас я не знаю, что они натворили там. Сади, посмотри, может там галочки нам поставить. Ладно, сейчас смотри. 2 капа вот этих. 200, сколько там? 365 и 535. Вот 535 сейчас хер соберешь, скорее всего. На резист. Получается, на робота, чтобы прийти к танку, надо с пистоном 265 плюс резиста, а без пистона 365 плюс резиста. Вот кап на данный момент. Ну там чуть больше, там шанс больше будет, что 50% срежет. А если с пистоном 360? С чем 360? С пистоном. Ну, он у тебя прокнет, у тебя будет уже 460. Это уже... Это 50 на 50 будет, то 40, то 50% срезать. То есть, грубо говоря, ты сейчас 50 на 50, то есть из 100 ударов... Ты перекап, типа? Нет, это нету перекапа. Ну, есть цифры, после которых... Блядь, я же график скидывал там. Чем больше, тем лучше. Какая тут разница? Серёг, чё там? Тем меньше тебе урона. Сейчас пробую, снес все панели, сейчас по новой попробую поставить. Там понимаешь, как работает? Там не чем больше, тем лучше работает, а чем ближе к цифре капа на определенную срезку, тем больше вероятность того, что именно эта срезка будет. Вот есть, допустим, 40% снижения и 50%. Если у тебя, допустим, ниже 365 на 10, допустим, единиц, то у тебя 99% будет шанс, то что у тебя срежет 40%, и 1%, что 30% срежет. Если у тебя 365 и больше этого показателя на 10, то у тебя 1% шанс, что у тебя 40%, о, подожди, 100% шанс, что у тебя 40% срежет, и 1% шанс, что у тебя 50% срежет, понял, да? И этот шанс будет расти вплоть до цифры 535. Как только 535 ты перескакиваешь, у тебя 100% срезка 50% идет. И появляется маленький шанс на срезку 60%. Ну, кстати, понятно. Знаешь, что будет? Танки, наркоманы. Тут щит это, добавили для танков. 315. Ты про что, про танка, Мосо? Ты бы лучше, Серег, попробовал X-Prel отключить там в рейд фрейма. У тебя? А чё у тебя убирать? Ничего не надо убирать. Давайте уже бить, а? Да, блять, у нас хил настраивать не может он. А. Проблема.
Не, оставь, оставь плащ. Тебе не так критично, ну, тычки такие большие по рейду не идут. Эбрио, посмотри модификацию, может у тебя галочки не стоят. Сейчас я посмотрю график. У тебя, может, аддоны криво работают. 315, сейчас скажу, сколько это. Я уже полтора часа. Ну, 300 это ты находишься ближе к 40%. Плащ можешь смело убирать. Будет 50 на 50 между 30 и 40% срезки. Серег, ты сбросил, у тебя все равно показывает цель? Настраиваю, нет, сейчас не показывает. Сейчас эти интерфейсы уменьшаю, все большое. Короче, заходите уже потихо, сейчас уже будем. Все, блядь. Заходите, сейчас будем пулить. Народ, резист, возвращайтесь. Надо посмотреть, где вообще сопрос, в чем можно выиграть. Ну, зачарить, что где. Ничего уже не выиграешь. Я не представляю, как 535 перевалить. Ну, если точно сопротивление не к одному виду, ой, не ко всем видам, а точно на один вид сопротивления, там блять, чуть-чуть выигрывает. Ну я понял, ну типа 20 и 15, типа ну выиграешь ты 5. На чем ты выиграешь? На щите можешь выиграть и на плащ. Это 10. Ты все равно уже не перевалишь. Ну, перевалю, но все равно уже больше. Еще есть чарки. А, ну смысла нет таких. Есть шмотки еще зеленые. Все, ребят, прекращайте флудить, сейчас уж блять. Там чарка на грудах еще есть, по-моему. Потом, когда... Так мы ждем команду Элдерла, когда он... Да он готов уже. Короче, на баф был. По-моему, или есть? Неликс, все, все. Алина? Маги, отдайте свой резист. Дайте кулак прозвучит. Не дать, а обновить. Обновляю. Я и говорю, обновить. Че, Полина живая там? Да, да. Ого, началось. Первый, кто хватает? Коват? Сопроты выпейте. Да. Кто без сопротов ГП? Внимание! Вы подлежите уничтожению! Вы сильно забираете тот подрос. Порешал, поднимайся-ка. Ты непривычный снова. Энджи, Айзека, Женен, Коника. Сейчас на воду. Даркет, парада. Стой. Я...
Дайте каску, пожалуйста. Что-то... Есть, приставал. Парада, хил скидывай. Беги. Монара поедет. Кого-то. Приставал, пожалуйста. Капля есть? Я там Монарота. Под следующий каска там. Монарота. Даю шелочек. Тогда не даю капли. На пульте на помогу. Это какая-то жесть. Сразу две лопы. Зубы есть, я бы. Давай тобой. Падай. А, все, да, падаем. Кинул. Все уже. А что там, сапроты не выпили или что-нибудь? Ламик, что-то не хватает, да? Да там больше, чем 90% сразу пробивает, когда близко разрывает. Чё там, накрутили что-то? Нет, сапроты пофиксили. Нет. Во втором случае, когда сдохли ребята, там буферы лопнули. В первом случае мы все побежали и были все просажены, и лопнули последнюю сферу, их сложило, то есть двух рок. Как-то смотрите, пожалуйста, когда перебегаем, не лопайте сферы. Потому там, что нет, там люди захиливать. Не перебегали, там люди стояли. Тут дело в другом, сапроты порезали, и вам теперь хп нет. Да, сапроты порезали. Че, хп еще больше кидаем? Надо нам либо хп поднимать еще больше, либо по очереди все это. Ну смотрите, по очереди, чтобы взрывать, допустим, да, через определенное время, это тоже время как бы идет стаки. Ну не, не сразу две, просто прям моментально, в секунду две взорвали, хотя бы секунду бы две дали от. Это ведь немного. Давайте тогда как-то определимся. Первую, допустим, левую взрываем через секунду, три правую, четыре. Да, да, Редвар первый хлопает, я позже. Все, то что похи. Секунды три точно должно хватать, ну типа. Так я не прошу больше. Потому что там... Пять секунд дайте. Пять слишком много, там третья сфера будет лететь уже близко. Ну типа... Лучше три. Ну а чё по хп там, может у кого очень мало хп? 34. Мелкие у всех есть? 31. Маловато, не? Надо с ракет хотя бы. А, мы не забафаны, кстати. Посмотрим сейчас пристабафным. Сейчас, ага. Валкрик. Чувак, я первый взрываю, да? Да. Короче, на баф пул. Бля, а где рыба? Сейчас я пойду. Анкил? Мы тоже придумали, блядь, понерфить боссов и, блядь, порезать это... Сапроты. Вот смысл. Бэри все КД осторожно. Все. Подлежит.
хп. Пульте на монорота дальше. Моса, да. Сейчас на будет. Так. Ты отдал сакру. Уже на алоэ 5 секунд. Там алоэ сейчас сдаваем. Он сейчас там второй. Угу. Не открывай алоэ, да. Ну и потом стопы есть, он наберет. Набирай алоэ. Переходите. Под полтосом бегут так. Сейчас на монорота все бегут. Алоэ. На алоэ? А, после алоэ. Да, вот еще пример. После алоэ будет на монорота. Не знаю, танки, сместитесь так, чтобы следующую взорвать в центре, потому что сейчас кто-нибудь побежит на меня. Нормально. А то мы что-нибудь забыли поменять. Следующий на кого? На монорота пулю. Алло, дефа есть? Да, да. Сейчас лобу старую. 5 секунд до сакры. Монорота отдам. На кого-то путь. Монорот сохнет. По монороту сальвуется и... Отдал. На кого-то? Да, да. Все, вы стопаете. Да пускай бьет. Бейте, бейте. Я сейчас второй. Поэтому на ману может. Теперь на мой, да. Перефаз. Сделайте так, чтобы центр взорвали. Потихо на монород. Вокруг. Что-то вообще не видно. Вайт. Вайт, скажешь, когда будет смотреть? 4. Ага. 3 следующий, 4. Алоэ забирай. Алоэ сейчас. Следующий. Нет, 20 секунд. Монара. Окей. Сейчас побежит в центр, готов. Скажите, когда. На сферу не бежать. Где в центре сфер? Не бежать. Сферу. Почему ее нет? Алло, я дал каплю. Прямо мне 2 стака всего. Сейчас не урубок дам. Прожал массакру.
Монород, рви. Следующий кто? Кава. Кава. Войт? Кава. Кава. Народ стопнет. Не-не-не, там просто он сильно много открывает. Сами можно отдать? Не, пока не надо. Напуливайте, коварно. Будет потен на ману, пошел. Все, у меня кончилось. А народ стоп. Я свои кадышки на ману, сейчас не убью. Фазы побежали. Прожал полка. С налой нахуй. Дайте под босса ближе. Без под босса ближе станьте или где? Сейчас тут можно уже. Да, захили. Семь стаков. Поближе на мне, босс, ты уже лишний стак. На кого напулило? На Войда? На Монорота. Надо стоп. Жужен, стопай. Пало и Сальва, давайте Розария. No. Народ, следующий на Войда. Чешки там распределяйте, я свою отдал. Следующий кто? Следующий войд, потом кого. Забрал. Кого-то не вижу вообще, да. Сакру отдал войду. Фул на пул и на кого-то. Там рядышком бегает, подписал. Я не вижу. Крылья, пожалуйста, это на бюро. Сальва есть кого-то? По мне запиаришь? Не открывайте, не открывайте, дайте ничего. Отдал, да. Отдал, отдал, сейчас на мне будет. Шторм, потом на мат. Я на лое, на следующий лое. Скажешь, когда что? Подожди. Скажешь. Давай. Алло, хильте. Чё по БР там говорить? БР, есть у кого? У Шужина есть? Энджи Биг Бабл. А, у Шужина. Я встаю. Порешал жену Эн. Я упал сразу. Дайте номер, пошла. Не надо, не надо, не надо. Пулим на Монорота сейчас. Мне бы пристабавку каску по шаману, дайте пристабавку каску по шаману, пожалуйста. Монорот. Сейчас на Войду находим.
прилетит через 20 секунд сразу. Жена на Розарио. Еще два танка там. Да, падаем. Ложимся. А тут проще всем хилов идти и все. ДПСа нам хватит убить его, а вот выхиливать это просто... Чем дальше мы его бьем на второй фазе, тем больше и сильнее бьет. А, понимаешь, фишка в чем? Мы теряем двух ДДшников, потому что мы не успеваем их отхилить. И все, и мы минус 2 ДД, и все, и у нас хилов 6. А так будет у нас 7 хилов, и мы будем просто успевать отхиливать, и все. Сюда ДЦ, и это холика надо. Колодец поставить, минус 2% урона, плюс колодец сам хилит, и плюс Нет, сейчас этот, проще вам, хилить будет. Я вам предлагаю другой вариант, поднять еще немного себе ХП. Как вариант тоже. Это самый простой ход, да, надо так сделать. Давайте ХП поднимать там до 40+. Еще как вариант, мне вместо интеллекта забиться в СПД. Это даст мне, грубо говоря, плюс 700 СПД, но я буду по манне садиться сильнее. То есть каждый щит будет намного сильнее, как бы, абсорбить. Сереж, мы же сейчас не садились по манне, все нормально было, что-то боюсь. А кто хилом будет? Просто я рассчитываю, увидишь, я на себя рассчитываю в основном. У нас еще Инера в откате. Сейчас ну, Инера. Ну, давай я попробую, тогда слетаю сейчас в СПД, забью ее. Кто кинул меньше 150 усилков? Ну, у меня вот в присте 150 усилков, и у меня 39600 чем-то выходит по ХП. Короче, не надо таурены, ваши не таурены, кидайте больше. Вас сложно захилить. У вас ДПС и так хватит, убьете. Хватит ДПС, и ну и босс убьется. Просто нужно дожить. Посмотрите, анбафом. Сколько у вас? Анбафом, сколько у вас ХП? Тут еще видишь, чем сложно, что подлагивания постоянные с этими сферами идут. Это усложняет все хилам, нужно их страховать. Там, кстати, да, я лужу только кидать и такой пролаг и смотрю. Можно в интерфейсе в тексте боя убрать отображение урона. Туда оно будет подлагивать, но совсем чуть. Текст боя говоришь? А есть же такое? Не включаю ни хила, ни боя, ничего у меня нет никогда. Отображает чего ты, Миш, говоришь? Интерфейс, текст боя, урон цели. Угу. Живси поставил. Кто мало усилков закинул, закиньте, как я говорил, стоп. А стоп, короче, под вот полбафами тут урон было. От какой магии идет? Почти 500. Тайный хил будет, нет? Тут физ урон идет или... Тайная магия. Чё там, седьмой хил будет у нас, нет? Кто это? Какая кандидатура? Нет. Сумните? Усилки просто побольше сейчас сделают, то не делал этого и убьем. О, Жужин топ ДП. Пропал. Неликс, усилки. Редвар, кидай бдилку на Энге. Я на жену ее напомню. Зачем? Они не рвут никуда. Сумоньте. Ну я добавил сейчас 620. Я тебе говорю, СПД. Просто кинь, потому что я их вижу в первых строчках ломана. Почему это да, у меня? Да, сейчас топи. На Энге кидай. Я понимаю, но я что-то... Почему это у меня Энерикс показывает с Варада? Сидят топи. Не-не. Пускай лучше они сдохнут, чем совы с бэрами, с иннамерами, блядь. Были на дне рекаунта, теперь стали наверху, да? Нормально, что пускай дамажит. Где же, наверное, все-таки вкидывают?
дух сойдет. Знаете, по какому принципу я сейчас тотему давала? На первой перифазе я даю, на второй шторм, на третьей перифазе дает Кирс. И чередуемся по откатуре. А у вас есть два приста в рейде. Тотем с... как он я называется? Я за этим не слежу, я за тотемами шаманов. Вы же в курсе, да, что когда гимн читается, на 20% увеличивается монопул. И тотем намного больше маны есть. Это надо вместе использовать. Да, таким... это круто. Я свой проанонс. Это, конечно, круто, но тут урон проходит так, что это все сбиваются косты, они меньше намного по времени действуют. Ну это понятно, но все равно, блядь, 2 тычки тотема дадут маны больше, чем 3 тычки. А слово можно еще было побольше, чтоб агро не рвали. Короче, на баф был. Сейчас я телефон на зарядку ставлю, это разрежено. Сумани деньги. Сумани, а, все, сейчас. Обновишь там на нем дилку и сейчас хп ДМ-ки присумали. Там когда нам на подзарядку Редвар приходим, там обновляй крик на хп. Пол бафы у тебя тут. Дай дилку по НГ. Да, мы по чешкам, давайте еще тоже как-то сдавать их, когда это... Озвучивайте. Еще раз, решу на пул. Меньше 40 стоят, много людей, смотрю. Даже 40. А кто меньше? Дружин 36. Эльф 35. 7. Чё, кстати, по ССам Локи Даркис? Два танка, да? Желательно 40 хп и вы нормально будете выживать. Ну, Нелик штучку прожимает, нет? На сферах. Кстати, у меня вопрос был. Вот смотрите, когда мы взрываем, ну, бежим на противоположную сторону, когда третий вот этот катализатор, грубо говоря, да? Зачем мы после этого бежим сюда обратно? Потому что после взрыва появляется лужа, которая висит все на второй фазе. А, когда сферы выходят? Да, сферы выходят на второй фазе, и после взрыва появляется лужа на этом месте. И поэтому мы подальше от их выхода. Давай отсчет уже, честно. Все готовы. Нормально, алоэ со стороны. На алоэ, на пульте. Да, ладно. Сейчас там и народ. Бежал. Плохая идея. Там народ сорвет. Вот говорю, плохая идея. Эдвар, чего ты так долго? Лучше ложиться. Да падаем уже. Эдвар, ты можешь взрывать сферу моментально, как она вышла, стоять в упор к этому катализатору? Тоже, кстати, эту фишку прохавал, когда сферы лопал. Ему бы еще хорошо этот Т4. Нормальная тема на рейд. Просто на второй фазе очень плохо получается из-за того, что задержка долгая между двумя взрывами.
третья сфера, она ближе подбирает скрыды. Будет зона там нарисуется просто какой-то момент. Еще один момент. Ну как бы. Давайте переводить его на фазу. Не тогда, когда сферы появляются, а когда мы их или уже лопнули, или до того, как они появляются. А это ты никак не устроишь. Там по минуте, по там по времени все идет. Не по хп, а по таймеру он переводит. Там на нем появляется дебаф, и по истечению этого дебафа он бежит в ближайшей стороне. Но он же чтобы определенное время это, да, делает? Нет. Ну, получается, да, дебаф заканчивается, и он бежит. Просто видите, какая проблема? Когда сферы вы взрываете во время того, как мы перебегаем, это вайп. Вот, минус 2, минус 3 сразу. Потому что нету инстантовых хилов, только у Холи Приста, который один хил может хилить инстантово, когда бегает. Которого нет. Эрдру только, типа, точечно может инстантово хилить. Понимаешь? Вообще, профит ДЦ тут есть? Не профит не Холик будет, чем ДЦ? Или что? Ну, я имею в виду Элдрева. Не-не-не, ДЦ... Четыре очень важно. Абсорб намного без важнее, ДЦ... чем отхил. Тут пять хилов еще, кроме ДЦ. Просто нужно этот момент какой-то, ну вот, чтобы вы понимали, что хилить на бегу невозможно. Кроме Холи Приста. У нас его в рейде нет. Точечно, друид не захилит. Холи Прист, Эрдру. Ну, я же говорю, Эрдру, да, но он только точечно может поднять одного человека. Ну, буйный рост. Буйный рост. Сейчас убьем. На ходу буйный рост не кастуется. Как это не кастуется? Там инстант хил. Так а что буйный рост? Сколько он так хилит? Ты же издеваешься. Это даже не смешно. Мосса, расскажи. Не поднимет он так. Ты видишь, не поднимает. Он бежит и не поднимает. Это же не от того, что он будет... Наверное, сейчас 4... Сколько там на первой кате усилков? У вас у всех первая ката. Сейчас 500 усилков в хп вкинем, да убьем. Что? 10 раз что упадем? У нас первая ката, понимаю. 500. Сфера на бафы пул. Заканчивается 460. О господи, у меня вообще 370. Какие 500? Все, отойдите с рыбы, пожалуйста. Что вы... Эдвард, ты меня услышал? Свою сферу взрываешь прям в упор к стенке, вот как только она появилась. О, Войт, а где твоя бдилка на ком? Нажимай. Она ж вроде урон уменьшает. Крика вроде нет на хп, да? Есть. Есть. Что-то на мне нет. Дальше на Вольгу. Кого-то. Дальше на луну.
Побежали. Давай. Чешку за 5 секунд выжил. Массакра дал. Поставил. Забрал. Следующий шкала. Сакру по войду отдал. Обгони, там Неликс. Неликс, осторожно, Неликс. А я убрал имя. А сальву отдал Неликс. Что-то дышка. Сейчас на алоэ. Не, есть, полипало есть. Переходите. После алоэ будет монород. Сальву по алоэ отдал. Там сфера. Сфера по центру. На центр не бежать, а в стороны разбежались. Пиздец. Че это за дурачок? Корога какой-то. Азик. А вон парада в центре лежит. Парада захил? Не захили. Все, ложимся? Да, падаем. Тот куда идти? Кто это бежал, блять? Ну Азик он написал. Соточку просто дайте. Он вонял, это слышишь, помнишь хотел. На прошлом РТ мы начинали пулить босса у центрального, как он называется, это говно. Сейчас также начнем, потому что вот эта вот сфера в центре нахуй, это пиздец. Сейчас да, не да. На первую. Я напоминал об этом. Я не слышал. Да все забыли. Нормально все, просто. Ну хули так бегут. Там еще бежали так. Причем на каждом этом роботе. Повторяем, что когда в центре он, сфера будет. Не, надо не, просто мы сейчас начнем, и он первую подзарядку побежит в центральный делать. Нормально будет. Слышь, Вага? Чего? На второй фазе ты говоришь взрывать прям, где она появляется. Я там не отъеду в уже. Угроза нейтрализована. А ты должен выбежать с нее после взрыва и тебя захилят, когда появится, сразу вбегать в эту лужу и срывать еще. Смотри, ты на второй фазе первая сфера появилась, в упор к стене ее взорвал, вторая сфера выходит, ты уже не прям в войд-зоне ее взрываешь, оставшуюся, а чуть дальше, чтобы